руки поставим на плечи и медленно делаем круг. 8. Прям стараемся сзади локти соединить. 7. 6. 5. 4. Растягиваем мышцы спины. 3. 2. 1. Подняли локти наверх и держим. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Голову поворачиваем максимально направо и еще больше. Налево и еще больше. Прям скручиваем. Опять направо и дальше. Налево и за себя. Опять направо и за себя. Налево, за себя. Последний раз направо. Налево. Разворачиваемся направо. Держимся за стул. И делаем скручивание позвоночника. Сидим. 8. 7. 6. 5. Шея длинная, тянется наверх. 4. 3. 2. Поменяем. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Поменяем. Ручки подняли наверх. Начинаем работать кистями. Максимальный круг. 1. 2. Спина прямая. 3. 4. В обратную. 1. 2. 3. Как можно больше. Круг. Еще 1. 2. 3. 4. Наверх. 1. 2. 3. 4. Еще 1. Так как многие проводят многочисленные часы за компьютером, пальцы и кисти устают. Поэтому это упражнение очень полезно. Еще вниз. Прям сильно-сильно выворачиваем кисть. И последний раз. 1. 2. Пальцы тоже работают. 3. 4. Последний раз. 1. 2. 3. 4. Взяли ручки. Вытянули перед собой. Держим. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Наверх. 8. 7. 6. Тянемся вверх. 5. 4. 3. 2. Медленно